Одна жизнь на двоих. Дознаватели из полиции Артем и Анастасия Мухины в этом году празднуют первую годовщину семейной жизни. Сегодня они вернулись туда, где год назад поклялись друг другу в любви и верности. Регистрация ребят проходила на площади Славы рядом с памятником Петру и Февронии, покровителем семьи. 8 июля 2023 года, в день семьи, любви и верности, ваш брак зарегистрирован. Вы стали мужем и женой. Супруги любят вспоминать день свадьбы. Некоторые курьезы уже вошли в историю семьи Мухиных. Например, как чуть было не сорвался большой сюрприз от сослуживцев. В романтичном образе жениха и невесты они не смогли распознать полицейских, а Артем и Анастасия еще больше запутали коллег. Когда мы шли уже к месту регистрации свадьбы, к нам подходят люди и спрашивают: «А вы сотрудники полиции?» Мы как-то очень растерялись, то, что и опаздываем, бежим все. Изначально не признались в этом? Да, мы сразу говорим: нет, мы не сотрудники полиции. Потом уже вроде как-то мы как бы вспомнили, говорю: конечно, да, мы сотрудники. Потом мы увидели, что съемочная группа присутствует, что представители общественного совета нас поздравили, букетик нам вручили. Было очень неожиданно и приятно. Да, мы не ожидали никак, что будет проходить в таком формате у нас регистрация. В этом году Общественный совет при МВД России вновь приготовил для молодой семьи сюрприз. Слова поздравления прозвучали прямо во время рабочего совещания. Если люди, носящие погоны, служащие вместе, еще и живут вместе, вы знаете, как это прекрасно? Одни интересы, одно настроение. Поэтому я сторонник того, чтобы браки заключались вот как раз в зависимости от общей работы. Артем и Анастасия познакомились в учебном центре МВД России в Нижнем Новгороде. Отношения пары развивались стремительно. Через полтора года поженились. Супруги работают вместе, а одна жизнь на двоих еще больше сближает, развеивая все мифы, признаются супруги. Этот год президентом России объявлен годом семьи. Он направлен на сохранение семейных ценностей и традиций. А заключение брака в день семьи, любви и верности у россиян стало доброй традицией. Она сулит счастье и благополучие. Наши герои Артем и Анастасия. Тому подтверждение. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.